Вы не будете оплачивать? Мы уже оплатили. Вон наличными написано. Вы не хотите оплатить? Мы оплатили уже. Я же вам показал наличными. Оплатили? Наличными, нет, девушка. Звоните, давайте. Как раз давайте. Давайте позвоним. Давайте. Телефон уберите. За поездку оплатите, да. Пожалуйста. Что мы вам должны оплатить? Сейчас я вам приложение покажу. Давайте. Вы заказываете через приложение, пожалуйста, оплачивайте. Фамилия. Снимите программу, девушка, я здесь. Хорошо. Что написано? Что? Наличными. И что в вашей машине ехало 3 человека. Ну, и... так позовите свою подругу, кто заказывал. Зовите вы ее. Вы вызвали такси через ее приложение. В смысле, я вызывал? Через ее приложение. Через приложение. Через ее и вызываете. Пожалуйста. Так позовите ее сюда. А пусть она оплатит. Вы должны это делать. Почему? Вы первый раз там. Я же вас вез, оплатите за поездку. Нет. Мы вот написано наличными. Вы сюда привезли нас. Что за фигня, уже, девушка? Значит, вы договорились. Совесть имейте. Это что вообще за дичь? В смысле дичь? Ну, дичь. Женщина. Я прошу деньги. Обижайте. Мы не обижаем. Почему вы не хотите? Вот, прочитайте, пожалуйста, наличными же написано. Да. Они говорят, что по карте, типа, уже оплачено. А зачем вы так делаете? Вы же личная женщина. Мы не делаем. А почему что вы не делаете? Мужчина нас так говорит. А, группа поддержки вызывайте. Да, я сейчас полицию позвоню. Вызывайте. Давайте вызовем группу поддержки. Что смешного-то? Вам станет стыдно, когда протезеете. Вы понимаете это или нет? И мы заплатили. Что вы заплатили? Покажите, что вы заплатили. А вы вообще кто? И какого повода вы сюда влезаете? Я свидетель. Я буду влезать, потому что вы кидалово, вы лохотрон. Откуда вы знаете? Вы вроде бы нормально выглядите, но вы ведете себя как быдло. Вы зачем так делаете? Я веду человек. Себя как бы. Да, естественно. Человек просит оплатить. Я вам скажу так, если он не русский, это не значит, что с ним можно как со скотом обращаться. Вот человек работает, у него есть семья. Вы зачем? Вы можете снимать и покажите потом своим родственникам, как вы себя ведете. Вы где работаете? Давайте я к вам приду на работу и буду так себя вести. Вы хотите оплачивать свои услуги бесплатно?